привет, дорогие друзья! С вами Сергей Симонов, и вы на канале Добра и Позитива. Сегодня будет очень интересный выпуск, посвященный моей бытовой технике, потому что очень много собрал один из комментариев под видео, да, рассказать о том, какой я пользуюсь бытовой техникой. Он набрал очень много лайков, и я вот решил сегодня записать на эту тему выпуск ролик. Я скажу честно, что я любитель хорошего звука, я любитель хорошей картинки. Мое предпочтение уже давным-давно было отдано датской фирме Bang & Olufsen. Сейчас мы с вами посмотрим, что у меня есть от данного производителя. Расскажу о плюсах этой компании, о минусах этой компании. Конечно, сразу хочу сказать, что эта контора не дешевая, то есть это, в принципе, штучные эксклюзивные вещи, которые, наверняка, многие из вас, там, кто живет в крупных городах, видели бутики, фирменные центры Bang & Olufsen, да, то есть это все делается по индивидуальному, скажем так, проекту, что ли, да, то есть каждое изделие имеет своего духовного такого вот наставника, да, исполнителя, автора, например, там Дэвид Льюис, один из, скажем так, экспертов в области дизайна компании Bang & Olufsen, изобрел очень много разных колонок, акустических систем, телевизоров. Ну, об этом чуть попозже. Ну, сразу хочу представить вот мой кабинет. Он, в принципе, так и называется, от компании Bang & Olufsen. Он выполнен, видите, с двумя с такими открывающимися дверками, зеркальными, да. Это тоже все производство Bang & Olufsen. В принципе, функционально. Здесь есть несколько стеклянных полок, на которые можно положить там, соответственно, разные DVD, UPS-ки и все, что с этим связано. Хочу подчеркнуть, что ножки тоже регулируются по высоте, чтобы все это стояло как бы на одной плоскости, все это было ровно. Это называется кабинет. Они существуют разные. Есть трехсекционные, двухсекционные. Короче говоря, на ваш как бы дизайн под ваш. Ну, также вот хочу сказать, что один из телевизоров компании Bang & Olufsen называется BioVision. 7.32, диагональ, соответственно, да. Они тоже есть в разных цветовых решениях. Задняя часть выполнена в таком, знаете, вот посмотрели сзади, на таком каучуке, что ли, прорезиненный такой материал. И точно с такого же материала выполнен сам кабинет, о котором я рассказал ранее, да. То есть все вот это вот такого вот нескользящего как бы вида, да. Соответственно, есть разные варианты для постановки, есть так называемый поворотный механизм, но мы его не заказывали, у меня в Москве поворотный механизм, а здесь просто такая вот нога. Есть точно так же крепеж на стену, боковой, фронтальный, то есть все разные, по высоте, по длине, то есть можно поставить на кабинет, можно на ножки поставить на пол. Все это тоже эстетично и красиво выглядит. Видите, да, документы тоже выполнены в специальных таких папках, в очень красивых, есть международная гарантия, соответственно, есть инструкция, как вы видите, на русском языке. Очень качественная, красивая полиграфия. Есть справочник, соответственно, можно посмотреть, настроить. Все есть тоже, в общем-то, на русском языке. Входы-выходы тоже, в принципе, очень удобно. Чем хорош этот телевизор? То, что он сочетает в себе удобные функции, такие как DVD, встроенная, соответственно, телевизор. Что тут еще есть? Есть также возможность радио. Здесь есть точно также возможность подключения всевозможных дополнительных устройств. Многие из вас наверняка спрашивают, что за пульт у меня вот это вот, или что это за телевизор. Значит, это тоже компания Bang & Olufsen представила, скажем, вниманию своих... Видите, здесь написано Bang & Olufsen. Представила своему, соответственно, покупателю Bio5, это называется, значит, это управление всеми функциями, это мультипульт, с которого можно осуществлять включение, выключение, соответственно, телевизора и вообще всех электронных устройств дома, то есть это типа умного пульта, так называемого, да, то есть можно запрограммировать и кондиционер, можно запрограммировать телевизор, пылесос, все что угодно, короче говоря. Здесь есть точно так же управление DVD, спутником, аудиосистемой, подключение видеокамеры, так как я видеоблогер. Очень такая удобная, скажем так, функция, которая говорит о том, что
Вот плюс еще такого пульта заключается в том, что здесь можно запрограммировать, в принципе, все кнопки, да, так называемые каналы с иконками, да, то есть первый, второй, там, вести, какие у вас есть, да, и, соответственно, нажимая на эту иконку, у вас будет переключаться именно на тот канал, который вы захотели посмотреть. Тоже вещь полезная и хорошая. Ну и, соответственно, громкость, звук, все это тоже как с пульта диджея управляется. Ну вот многие у меня видели в московской квартире вот такую доп-станцию для iPad, да, BioPlay A3. Тоже они есть разных цветовых решений. Вот у меня белая, есть черная, есть красная. То есть ставится горизонтально, вертикально, либо по плоскости, соответственно, как расположение как монитора, да. Тоже это у меня как бы есть штука удобная, хорошая. Вот видите, какая качественная полиграфия. Ну вообще классная штука. Дальше вот такая вот дополнительная станция. В принципе, я тоже на нее делал отдельный обзор. Можете посмотреть, может быть, даже ссылку в описании оставлю. Да? Называется эта штука BioPlay A8. Разные существуют возможности для вставки колонок. Есть с интересными смешными смайликами. Есть просто белые, красные, желтые. Есть так называемый пульт к нему. Вот так вот он выглядит. Включение, выключение. Вот такой вот он, видите, маленький, удобный. В руках приятно держать круглого такого, видите, вида. Точно так же я покупал в компании Bang & Olufsen специальные такие подставки металлические. Тоже как элемент дизайна и декора можно будет хорошо вписать в интерьер вашей квартиры. Да? И сам, соответственно, вот наш... Вот эта штука, в принципе, видите, да, здесь что хорошо, то, что есть разъем под разные, соответственно, устройства, да, под iPhone 5s, соответственно, под старую версию iPad, то есть, но не покупайте китайские, китайские на них не работают. Вот эту фирменную штуку я купил здесь за 30 евро, соответственно, в Apple Store, и все работает. Также вы видите так называемый банан или обычный телефон домашний, да, называется Biocom 2. Плюс этого телефона заключается в том, что, во-первых, это все точно так же можно подобрать в цвет и дизайн вашего жилища, да. Также отсюда можно регулировать громкость всех аудиоустройств, включая телевизор или аудиосистему. В принципе, что тоже удобно. То есть, разговаривая по телефону, вы точно так же можете плюс-минус убрать, там, соответственно, громкость, да, этого своего устройства. В принципе, видите, он алюминиевый, вот если видно, да, тяжеленький такой. И существуют разные варианты цветового решения. То есть, в Москве у нас белый, здесь вот такой золотой, что тоже можно красиво подобрать. Также видите вот колоночки, у меня они на польные, точно так же этот крепеж можно сделать там, соответственно, настенный, по высоте, пониже, повыше, вертикальное, горизонтальное крепление. Называется это BioLab 4000, в принципе, мне вот этих двух колонок хватает, чтобы весь поселок просто вздрогнул, поэтому я даже боюсь включать. Также они бывают разных цветов, разных цветовых решений, поэтому тоже можно все это красиво подобрать. Ну вот такие вот тоже вот наушники Bang & Olufsen, тоже есть разные цветовые решения. Вот эта модель называется A8, в таком кожаном, соответственно, чехольчике. Ну, потрясающее звучание, конечно, все это тоже регулируется, все это двигается очень как бы, ну, удобно, что ли, да. И вторая модель From 2 Headphones, да, вот такие вот тоже разные цветовые решения, разная регулировка, соответственно, звучание что в этих просто превосходное. И вот еще тоже немаловажная штучка, такой брелок, да, на ключах, то есть, соответственно, уходя из квартиры, например, у вас работает одновременно и телевизор, и аудиосистема, вы нажимая, например, аудио, выключаете аудио, выключаете видео, лайт еще есть. Точно так же можно сделать также и подсветку в своем доме и закоммутировать ее на систему Bang & Olufsen, на тот пульт, то, что я вам показывал ранее, и все это у вас будет дружить с этим пультом. Вот, тоже удобно. Ну, также есть второй пульт, называется он Bio 4. В принципе, он точно так же управляет всеми устройствами Bang & Olufsen. Здесь есть включение аудио, видео, телевизора. Есть так называемая вот такая вот, скажем так, защита для того, чтобы не включать одновременно разные устройства. Да? Тоже все это предлагается компанией Bang & Olufsen. Точно так же есть, видите, такая замечательная подставочка. Вот такой вот элемент декора, что тоже, как мне кажется, очень
стильно впишется в ваш интерьер. Тоже вот очень уникальное изделие от компании Bang & Olufsen, BioTime называется. Я его называю флейта. В принципе, это будильник, часы. И видите, да, то есть можно в любую сторону и будет, соответственно, переворачиваться, да. Здесь можно, плюс этой штуки в чем, что можно запрограммировать, например, включение будильника вот таким вот движением, и у вас будет, например, включаться аудио, например, какое-нибудь звучание, или радио, или телевизор, или определенный канал. В принципе, штука хорошая и тоже, как мне кажется, элегантно и стильно впишется в ваш интерьер. Также здесь есть подсветка. В принципе, точно так же можно сделать настенное покрытие, ну, крепеж на магнитике, соответственно, да, можно выше, ниже повернуть, подлиньше, подальше. Тоже, как мне кажется, интересно смотреть. Еще вот тоже один телевизор вам покажу, от компании тоже Bang & Olufsen, 623 диагональ, удобный, компактный и узкий телевизор с отличным звучанием, отличной картинкой. Плюс этого телевизора еще заключается в том, что здесь есть также встроенное радио, но нет DVD. То есть плюс какой-то, что в принципе, опять же, можно все это дело закоммутировать, и они будут дружить, например, со всей системой, которая у вас есть в квартире, там в вашем доме Bang & Olufsen. Точно так же есть крепежи настенные, напольные. Здесь можно накрутить специальные ножки, поставить на стол, на письменный. То есть в принципе это удобно. Вот то, о чем я вам говорил, то есть регулировка есть абсолютно разная, настенная. И плюс этого телевизора еще заключается в том, что он может быть просто использован как монитор, например, от компьютера. Как мне кажется, это тоже плюс. В принципе, и все, наверное, что я вам хотел сегодня рассказать. Хорошая техника, достойная. Также эта техника используется и в автомобилестроении, потому что вот сейчас, например, новая шестерка BMW, которая вышла, соответственно, тоже максимальная комплектация включает в себя аудио-музыку от компании Bang & Olufsen. Опция дорогая, то есть больше 200 тысяч рублей она стоит, но в принципе звучание, конечно, ничего себе хорошее. Вот. Но это тема отдельного ролика. Так что, ребят, жду ваших комментариев, жду ваших, может быть, каких-то своих историй про компанию Bang & Olufsen. На самом деле это легендарная марка, мне она нравится, пользуюсь ей уже, наверное, ну, порядка 15 лет и не пожалел. Все, с вами был Сергей Симонов. Чао, пока.